Здорово, бандитки и бандиты, с вами Спикер, и продолжаем выживать 100 дней при максимальной сложности в Sons the Forest. Друзья, берем вкусняшки, берем попкорн, сегодня продолжается второй день выживания. Давай-ка маленько обогреемся, перед тем, как будем ночевать. И спокойной ночи. Берем вкусняшки, берем попкорн, друзья, второй день наступает. Кстати, почитал гайды, можно сделать, оказывается, вторую фляжку и набирать воды в два раза больше. У нас пока фляга пустая, нужно сделать вот вторую флягу. Сбегать за тросометом, сбегать за аквалангом и сегодня именно в этой серии. Так, погнали. У нас можно сделать наш быстрый инвентарь, то есть разработчики обновили игрушку. И можно выбирать цифру 1 у нас будет. А топорик, цифра 3 будет у нас шок. И нужно, конечно же... Таблетки. Таблетки цифра 5 пускай будет у нас. Конечно, лук второй. Цифру 2. Ну, в принципе, и все. Сделать броник. Найти туземцев сегодня. Обязательно. Найдем туземцев. Все, быстренько можно менять оружие. Так, забираем. Палаточка нам пригодится. И погнали. Нам нужен тросомет. Пещера находится вон там. Акваланг находится вон там. И фляжку сделать вот здесь. Ну, давайте начнем с акваланга. Побежали в ту сторону, нужно напиться, нужно накушаться. Кстати, теплый костюм. Я не понимаю, почему у нас замерзает персонаж. Вроде взяли теплый костюм. Тактическая куртка. А, мы уже одели. Мы уже одели теплый костюм. Но все равно замерзает. Ну, возможно, зима. Возможно, максимальная сложность. Погнали вперед, нужно набираться воды. Флягу наполним, напьемся воды. Найдем туземцев. Нужны кости. Обязательно сделать броник. При максимальной сложности обязательно нужен броник. Так, еще воды хочет. Как много напивает, смотри-ка. Еще хочет. Обычно, знаешь, пару раз выпил, все. И набираем флягу. Вот, кстати, флягу можно будет сделать тоже, наверное, цифру 7. О, сделать флягу. Чтобы быстренько взять, так и наполниться. Уже маленько замерзает. Так, все полное. Так, Элвин, ты где у меня бегаешь? Он, походу, у меня конкретно уже замерз. А, вон он перебегает речку. Пускай перебегает. Мы погнали вперед. Сейчас нужно найти будет туземцев, сделать броник и побежать в пещеру. Пещера находится вон там как раз, прям по курсу. Прям на пляже. Там у нас находится акваланг и пистолет-шокер. Мы возьмем, заберем. Я вам покажу, где находится. Сегодня заберем тросомет. И в следующей серии пойдем за лопатой. Да, друзья, за лопаткой нужно будет сходить. А, возьмем, наверное, лук. У нас стрел уже есть. Два вида стрел у меня есть. Это офигенно. В прошлой серии мы много стрел наделали. А где найти туземцев? Ну, знаешь, по пути как раз, чтобы развлекали меня. Замерзаем. Черт возьми. Давайте на ту сторону пробежимся. Зима здесь, конечно, очень красиво сделана. А вон туземцы, кстати, прыгнул с дерева. А я уже на другой стороне. Ну ладно, мы побежали по этой стороне. Пещера находится у нас, а, по ту сторону. Ну, пускай так будет. Ну, погоди, какая музыка. О, здесь ребята, кстати, я вас и искал как раз. Ты смотри, молится. Прям под музыку. Так, сзади никого нет, никто не подбежит. Так, кстати, есть жуткая броня. Ну, сразу выносим. Промах, погоди. Оп, оп, нормально. Минус один. Так, так, ну погоди, ты живой еще. Так, все, больше нет, ребят. Кэлвин, ты где? А вот это, погоди, это обычные ящики. Обычные ящики можно и так обутать. Только нужно смотреть в оба. А вон вижу одного вижу. Так, тебя убиваем. Воу, гасим. Смотри, я его освободил. Держи. Вот это, конечно, я зря сделал. Я освободил. Но, возможно, будет нападать не только на меня, как он быстро перемещается. Во-во-во, ребята бегают по деревьям. А я без броника. Освободил. Черта, конечно. Освободил его. Где бегает? Там еще ребята бегают. Там еще ребята подходят. Кевин, это ты? Нет? Нет, это не Кевин. Так, нужно как-то выносить его. Этого мохнатого нужно выносить. Хотя бы, знаешь, постреле.
стрел раскидаю всем. Я пришел за броником, я пришел за костями. Этот бегает здесь. Здесь еще один пришел. Ну-ка, встань-ка ровно, встань-ка ровно. Вот так, держи. Нет, походу промахнулся. Готов? Готов. Так, нужно поднять хп, наверное. Хотя таблетки нужно экономить. Келвин, ты где? О-о-о, ты кто? Ты кто такой? Все, готов, что ли? Кто тебя убил? О-о-о-о-о-о-о-о-о! Спокойно, спокойно. Максимальная сложность. Я не знаю. О, Келвин, Келвин, походу он убил. Держим. Не промахнулся. Ты куда? Ты куда? Никуда не денешься. Все, готов. Не дышит. Забираем стрелы. Сейчас заберем все кости. А обязательно нужно забрать все кости. Кстати, а где мой Келвин? Он встал и убежал. Нормально. Так, забираем жуткую бронь. Не знаю, как он умер, но он все-таки умер, видишь? Он все-таки умер. Там стрел все вытащил. Начинается потеха. Прямо в начале. Прямо в начале все. Так, забрали. Все, больше ничего забрать нельзя. Здесь какие-то ящики. Сумки. Много-много трупов. Стрелы, 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 стрелы. Так, кучку одну делаем. И делаем костер. Нужно как раз обогреться. Давай, прям тут накидаем. Так, ребята еще идут. Ребята еще идут. Походу... Ты что собрался делать? Оу. Ну прости, моя хорошая, прости. Трубов много, костей будет много. Сделать броник надо будет. А сейчас обогреться. Броник обязательно нужен. Так, делаем, делаем костер. Пока все это будет обгорать, я еще принесу. Так, больше никого не вижу. Все спокойно пока что. Келвин, пока отдыхай, пока стой, наслаждайся природой. Прям здесь можно сделать. Возле ребят, чтобы быстренько все это обгорелось. Так, еще парочку трупов здесь валяется. Я помню. Раскидали, пришли. Все племя. Возможно, кто-то у нас на охоте. Так, у нас спать хочет? А почему так? Неужто он не выспался? Спать днем? Ну, это, знаешь, не то, не то. А цифру 5 у нас таблетки. Сейчас таблетки пополним. Припас, понимаешь, пока без броника. Кто-то сзади подбежит, ударит. По ящикам. Что у нас по ящикам? Здесь все пусто. Только два ящика было и все. А вот ящики есть. Тряпки, тряпки. Это пригодится. Редкость очень. Тряпки большая редкость. Так, вот есть ящики. Какая-то еда. Замечательно. А, кости. Кости уже готовы. Можно забирать, кстати. Здорово. Забираем. Забираем максимально, что можем. Так, тебя сюда. И делаем броник. Пока вроде никого нету. Так, хватаем. Так, сразу, можно сразу два броника сделать. И сразу его одеваем. Кстати, есть хочет. Есть и спать хочет. И второй броник сразу же делаем. Видишь, как удобно сразу. Одеть нужно. Одеть обязательно. Так, два броника мы одели. Включаем свет. И нужно... Так, это убери. Покушать. Надо, надо перекусить. И спать хочет. И перекус хочет. Так, я почему-то замерз. Мы вроде костра. Нужно обогреться. Сейчас максимально. Так, все. Костей много снова. Так, еще одна веревка осталась. И изолента у меня аж 3 штуки. В принципе, хватает изоленты. Ну вот веревка дефицит. Готово. 3 броника скрафтили, и у нас много костей. Это, конечно, здорово. Келвин, пойдем дальше. Двигаемся дальше. Так, все, больше нельзя. Костей больше нельзя. Мы уходим. Келвин, мы уходим. Пить не хочет. Есть хочет. Чуть-чуть буквально. Нужно нам мясо. Добыть мясо. Обязательно. Идем дальше. Нам нужно идти в пещеру, где находится акваланг. Чтобы добыть лопату и тросомет, нам нужно. Попьем воды. Маленько пополним. А вот насчет спать я не знаю. Ну, пока, знаешь, идем, значит идем.
Наверное, нужно перейти на ту сторону все-таки. Потому что пещера. Озеро большое, пойдем на ту сторону. Там большое озеро. Проще перейти где-нибудь здесь. Вот как раз где у нас проходит Келвин. Он пошел, попью водички. Давай за мной. А почему хочет спать? Неужто он не выспался? Я не посмотрел, кстати, утром, сколько он выспался. Возможно, нужно спать гораздо больше. Потому что максимальная сложность. Так, у нас есть, в принципе, пистолет. Так, на всякий случай, если в пещере понадобится. Так, вон туда идем. Да, замерзает быстренько. Смотри-ка, сразу практически замерзли. Ну, возможно, просто мы мокрые, поэтому он так замерзает быстро. Можно обсушиться? Или, возможно, сам обсушится через какое-то время? Ну, пока жизнь не тратится, нормально. Так, ближайший путь нам сюда как раз. Там, кстати, еще находится одна деревня. Как раз вот тут находится, неподалеку деревня, туземцы. Стоит, не стоит туда идти. Но у меня нет веревки, чтобы сделать броник. Мне нужно еще делать броник, обязательно. Здесь у нас озеро замерзшее. Здесь уже воды не набрать. Здорово, смотри. Можно строиться. Прямо вот на этом острове, кстати, можно построиться. Это, конечно, здорово. Келвин, давай сюда. Вроде бы озеро замерзло. Так, мы двигаемся. Рядом есть бункер. Можно сбегать туда. Там есть припасы еды, кстати. Давай-ка сбегаем. У нас время 10:11. Вот это да. День намного стал длиннее. Ну, раза два. Ну, в три максимум. Ну, это здорово. Можно, понимаешь, много убивать, много выживать. Прям по курсу где-то. Есть стрелы. Это здорово, можно охотиться, но пока что не вижу оленей. Так, мы подустали. Нужно отдохнуть. Пить не хочет. Проблема с водой, конечно же, нету. А вот с едой маленько есть. Ну, мы пока были только на пляже. Так, где-то прям тут должен быть вход в этот бункер. Там много еды есть. Это точно я помню. Так, стой, стой, стой. Вот тут, ага. Мы пока полутаем здесь. Пускай Келвин подходит ближе. Пока у нас фонарика нету, будем использовать зажигалку. Здесь аккуратненько спуститься надо. И сразу смотри, обогрелись. Здорово. И хватаем все, что видим. Бекон хватаем. Какие припасы есть, тоже хватаем. Здесь нужна нам ключ-карта. Чуть позже ее найдем. Пока нужно добыть оковованг, тросомет и лопату. А там уже видно будет, что у нас будет. Так, здесь у нас все пусто. Так, здесь мы все забрали. В той комнате что-то есть, что-то осталось. Серу мы забрали. Так, погнали наверх. У нас много дел. Но он спать хочет, конечно же. Поэтому у нас мало энергии так. Ну, день только в самом разгаре. Мы просто ляжем чуть-чуть пораньше спать. Возможно, в 5 вечера ляжем спать. А уже в 6 нам темнеет.
Так, где мой Кевин? Так, зажигалку убирай. Есть мясо. Сейчас будет мясо. Кевин, ты почему не без охоты? Здесь уже мясо прыгает вовсю. Прям по заднице. Есть мясо. Все отлично, будем жить. Надо будет пожарить. Взять с собой обязательно. Сколько? Все куски забираем. Так, еще были два оленя. Возможно, уже убежали далеко. И по карте сверимся. Так, бежим. Вон туда. Есть мясо еще. Здорово. Много мяса не бывает. Я думаю, это максимально уже, что возьмем. Двух оленей. Так, да, все максимально. Как раз можно здесь пожарить мясо. Дожарить то, что не влезло. Обязательно нужно это сделать будет. Хотя бы, знаешь, пополнить энергию за счет еды. Чтоб так сильно у нас спать не хотел. Так, все мясо бросаем. Ты пока отдыхай. Так, где у нас валялось здесь куски мяса? Все забрали. Туземцев не вижу. Прекрасный день. Я вижу еще одного оленя. Походу в кусты попали. Так, убежал что ли? Мясо сейчас горит. Забирай мясо. Кевин, ты где? Ты почему не смотришь за мясом? Так, есть еще одно сырое мясо, кажется. Но мне кажется, одного куска будет мало. Да, мало одного куска. Нужно будет три куска есть. А почему-то энергия не поднимается. Он спать хочет. Маленько поднялось чуть-чуть. Так, ну все. Один кусок мяса есть. Нужно будет еще охотиться. Смотри, сколько съел мяса. Так, погнали, Кевин. Время у нас уже 11. О, 12 уже. Мы пока бегали. Возможно, придется нам ночевать в бункере. Там, где стрелы. Там, где фляжку нам сделать. О, какие-то ящики есть. Здорово. Прям по пути. Если, конечно, успеем добежать. А возможно, останемся и на пляже. Так, здесь у нас череп. Вот здесь как раз нужна лопата. Видишь? Вот такие черепа по острову раскинуты везде. Много где они раскинуты. На карте они не обозначены. Их нужно находить так рандомно. Броник у меня есть. В принципе, могу выдержать парочку ударов. Но нежелательно терять броник. Кевин, давай за мной. Поторапливайся. Как раз на пляже будет еще мачете. И там будет, знаешь, отличное место, где находится много чаек. Перья нужны, стрелу нужно будет еще сделать. Обязательно, друзья. Смотри, он спать вроде хочет. Ну просто энергии мало, в принципе. Не падаем с ног, нормально. Можно выживать так. Можно ночью строиться. Неважно, спать хочет, не хочет. Мы выживаем 100 дней при максимальной сложности. Поэтому нужно максимально усложнить нашему персонажу жизнь на острове. Кевин отдыхает, что ли? Ну, потом прибежит все равно. Я зайду в пещеру, он потом прибежит. Так, практически добежали мы. Уже возле пляжа. Хорошая полянка, чтобы построить что-то. А вон туземцы бегают. Но у меня нет веревки. Да, нет веревки. Так что мне черепа не нужны, кости не нужны. Максимально уже есть. Придется, наверное, ночевать уже на пляже. Буквально осталось 4 часа и уже стемнеет. Еще сбегать за мачете надо будет. А можно прямо сейчас сбегать за мачете, а за чайками. И уже тогда пойти, уже стемнеет, пойти ночью уже в пещеру. Потом выйдем и переночуем уже на пляже. Так, побежали за мачете тогда. Да, Кевин остался там. Возможно, мясо понравилось ему. Или он съел кусок какой-то нежаренный.
Так, возможно, найдем черепашку еще. Черепашку не вижу. Петь не хочет. Нормально. Поели нормально. Вот только маленько спать хочет. А так все нормально. Второй день выживания нормально идет. Зашли в бункер, еще взяли припасы. А что мы там, кстати, взяли? Кажется, лапша и сухой завтрак у нас был. Черепашки я не вижу. Так, мачете находится у нас вон там. Там есть повадки, там есть... И там же прям рядышком находится, где много чаек. Можно как раз с помощью мачете и поохотиться. Так, пошел дождик. То есть снег пошел. Замерзает. Смотри, как сразу стал замерзать-ка. Погода ухудшилась. Ну, можно будет сделать костер, если что, обсушиться, обогреться. У нас 2 часа. Еще 3 часа до темноты. Ну, черепах не вижу, конечно. Нужно охотиться только на оленя. Так, и вот здесь мачете как раз. В одной из водок воткнутый. Вот здесь мачете у нас. Как раз с помощью него можно отлично охотиться на чаек. А вот те самые чайки сидят здесь. Так, собираем перья. Кстати, одну плюшку. У мертвой чайки много перьев есть. Мы просто бьем по мертвой чайке и вылетает перья. Видишь, как здорово. Так, еще 2 штучки прилетели. Ох, сколько перьев. Да, здесь много-много-много перьев можно набрать. Еще чайки. Не успеваю чаек выносить. Погоди. Вот так с мертвых чаек у нас еще перья летают. Так, вон еще 2. Прям отличное место, чтобы с помощью... Это уже улетело. С помощью мачете быстро рубит. Так, время 2 часа. О, как раз улетает. Или только прилетели. Свежее мясо. Нужно будет камушки только. И пару палок, и будет много стрел у нас. И раскидывать хедшоты. Здесь также есть какие-то припасы, кстати. Все снегом, конечно, замело здесь. Ну, можно так сказать. О, таблетки. То, что надо. Это тоже нам пригодится. Ну, здесь спать не будем. Мы еще сбегать успеем. Так, там есть брезент. Заберем. Уже не вылазит. Еще тут ящики. Патрики нам пригодится. Так, ну все. Чайки есть еще? Или уже все темнеет? Так, кстати, мясо у них. Нужно забрать хотя бы 1 кусок мяса, он пригодится. Каждый кусок на вес золота. Так, здесь тоже? Нет, еще перья есть, смотри-ка. Так, отлично. Ну да, уже темнеет, и чайка уже, возможно, не будет. Сегодня не будет. Так, забираем последнюю чайку и погнали в пещеру. Еще нужно добежать на нее, сделать там костер. О, полетел у меня, уже не влазит. Сделать там костер, чтобы, знаешь, выйти из пещеры и видно было. А он, кстати, мой друг, двигается уже практически возле берега. Очнулся, проснулся. Возможно, тоже не выспался, Келвин. И решил вздремнуть. Либо грибов наелся. Хотя, какие грибы зимой-то? Ну, наверное, все-таки я тарил где-то грибочков-то себе, парочку. Мухоморов. Так, мы это уберем мачете. И пойдем, друзья, покажу, где находится пистолет-шокер и находится акваланг. Какие-то припасы там тоже, возможно, найдем. Но долго мы не будем задерживаться там. Попьем как раз воды из фляги, чтобы было много энергии, максимально, что получится выжить из нашего. Так, обойдем маленько залив. Уже 3 часа, сейчас уже стемнеет, солнце уже садится. Слушай, друг мой, а возможно зимой у нас будет намного короче дни. То есть, понимаешь, я выбирал сложность, были длинные дни. Просто, понимаешь, зимой они же короче. А когда наступит лето,
и дни получатся намного длиннее. Мы, конечно, все это дело проверим, будем выживать, смотреть. Только насколько у нас длинная будет зима, это, конечно, пока неизвестно. 5 дней, 6 дней, 10 дней. Ну, я думаю, не больше 10 дней, это точно. Весны здесь нету, лето наступит. Надеюсь, скоро. Что-то там плавает. Кореги попадают. Так, сейчас сделаем костер, сделаем палатку. Мы сразу выходим из пещеры и будем ложиться спать. Потому что время вот уже будет ого-го. Сейчас мы обогреемся. Попьем воды. Кушать мы не будем. Хотя у нас есть кусок мяса, можно быстренько пожарить его. И как раз выйдем из пещеры, чтобы видно было, куда нам идти. Потому что будет слишком темно. Так, еще черепа влазит, кстати. Камушки пособираем. Но камней здесь много. На пляже, где-то в лесу. Их всегда очень-очень много. Все, здесь достаточно. Делаем палатку. Делаем костер. Где палатка? Здесь понятно. Так, камушек забираем. Жарим мясо, которое у нас есть, остатки. Да, у нас еще чайки появились же. Тоже жарим мясо, обогреваемся. Так. Ох, даже не вижу. Ну, в принципе, все. Да, должно быть. Жареное мясо у нас там валяется. Если что, еще раз пожарим его. Да, есть жареное мясо. Один кусок. Его вкушали. Есть еще бекон. Таблеток много. Это здорово. А устриц набрали где-то. Это тоже здорово. Так, мой друг подходит. Где-то сверху. Уже темнеет. Кстати, у меня же топорик есть хороший. Ох, я еще не сбегал за ним. А как же так? Я же хотел бежать к туземцам. Как раз там был и топорик. Надо будет исправить. Как раз на следующий день побежим за топориком, за хорошим. Так, мясо. Мы наелись, мы напились. Фляга у нас на цифру 6 или на 7. На 7. Все отлично. Пополнили практически максимально. И идем в пещеру. Так, разве последний нижний. О, погнали. Пойдем в пещеру. Заберем акваланг и пистолет-шокер. Главное, понимаешь, не заблудиться. Вот это самое главное. И забираем припасы, которые здесь есть. Здесь как раз баллон есть. Что-то есть внутри еще. Платы. Здорово. И, в принципе, все. Веревок нету. Черепа. Тут главное, друзья, не останавливаться. Это самое главное. Если видишь, что тебе полная задница, лучше беги вперед. Пещеры здесь не очень-то, знаешь, и большие. Я скажу тебе. Драться в них очень сложно. Они такие узкие. А врагов очень много. Хелвин, я нашел для тебя круг спасательный. Ты мне как раз плавать не умеешь. Так, здесь у нас ничего нету. Ух, как темно там. А вот и ребята первые. Пробежимся быстренько. Не трогая их. Они не трогают меня, я их не трогаю. И все нормально. Что-то темно. Что-то мне как-то страшно. Тут я никого не вижу. Не слышу. Вот это да, вот это был нежданчик. Так, 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 какой-то проход. Так, пока все правильно иду. Пока все правильно, я сзади слышу, кто-то бежит за мной. Дыхалку нужно восстановить. Идем, идем, идем вперед. Только вперед, дыхалку восстанавливаем.
Здесь у нас маленький ползает. Так, пришли. Шокер. Шокер забираем. Так, все, здесь тупик у нас. Нужно двигаться обратно теперь. О, ребята, сейчас... О, сейчас зажмут. Сейчас нужно по правой стороне. У нас есть проход как раз к аквалангу. Бежим. По правой стороне где-то должен быть проход. Очень темно, конечно. Ребята стоят здесь спиной ко мне. Так, я надеюсь, уже повернул, потому что маленько как-то заблудился. Ну, пока двигаемся. Пока идем, значит, мы идем. Так, по правую сторону смотрим еще проход в другую, где находится акваланг. Повернул, не повернул. Заблудился я слегка. Ну, куда-то мы выйдем все равно, понимаешь? Просто так не будем бегать мы здесь по кругу. Хоть какой-нибудь свет. О, ребята стоят, смотри. А вот и свет какой-то. Куда я вышел? Погоди, я заблудился, что? Не, вот как раз, вот здесь как раз поворот. Вот он направо. Вышел главный холл. И направо поворот. После пистолета. Там просто поворот идет. Направо и налево. Пойдешь направо. О. Не хватает. Мне кажется, я пропустил поворот направо. Мне вернуться, что ли? Мне нужен акваланг. Я пришел за ним сюда. Вот какой-то поворот. Нет, здесь я не проходил. Слегка я заблудился. О, наконец-то вышел. Вышел. Нормально. Оказалось намного дольше, чем я думал. Так, здесь у нас получается есть акула, но это не беда. А, забираем. Все, что тут есть, забираем. Ну, кстати, можно акулу и убить. У нас есть стрелы, у нас есть лук. Давай-ка на ту сторону аккуратненько. Так, мы забрали. Еще что-то у нас есть. Где она плавает? Куда-то уплывает. Не вижу тебя. Костей уже много. Сколько у нас времени сейчас? Темнеет там. А там уже темнеет. Здорово, конечно. Нам придется выныривать уже в море. О, вот она. На тебе вторую стрелу. Давай-ка за свет. Свет. Жива? Да, она еще жива. Не жалко стрел. Можно забрать стрелу еще. Она ушла под камень, походу. Ну, в принципе, не беда. Можно быстренько нырнуть. Одеваем. Ныряем быстренько, сразу под воду. И находим выход. Выход. Здесь лишь один путь на поверхность. Чтобы, знаешь, пешком не ходить обратно по этим пещерам, ныряем и выходим. Сейчас выйдем в море. Слушай, нормально зашли. Маленько заблудились в пещере. Ну, буквально слегка. Не рассчитал по времени. То есть, понимаешь, я думаю, выйдем-то в 5 часов, будет еще светить солнце. Но не тут-то было. Сейчас выйдем, уже будет темно. Но там горит костер, я увижу Келвина. И будем сразу ложиться спать. Так, все, мы выходим. Вроде светит солнце. А вроде бы и нет. Ну, поверхность где-то. А, еще закат. Ну, здорово, значит, будет видно. Так. Вон как раз светит костерок. Погнали, друзья. Второй день подходит к концу. Мы выживаем. Мы ищем в пещере. Я думал, пробежимся две пещеры, но окажется, вижу. Мы еще бегали за мачете. Забрали мачете. Нормально. У нас есть уже пистолет-шокер, есть акваланг. Осталось бегать за тросометом, сделать еще одну фляжку. Так, можно снять акваланг. Все, убрали. Келвин, ты где? Ты разогрел мне обед? Или ужин уже? Нет, Лен.
Компас, компас. А он в лесу у меня еще спит. Отдыхает где-то там. Так, мясо. Так, погоди, это мясо какое. Можно руки, ноги пожарить. Это, конечно, нет. Есть мы такое не будем. У нас есть нормальная еда. Все, ложимся спать. 5 часов, 6 часов ложимся спать. И уже утром мы идем дальше, движемся. Закат прекрасный. Ну, по ту сторону горы, конечно же. Друзья, спасибо, что были со мной. Будем заканчивать. Увидимся уже на третьем дне выживания. При максимальной сложности 100 дней. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.